Так, ну что, друзья, доброе, спокойное утречко у нас уже. Раз, ну, животное, раз, два, спит, два спит, три, животное, умывается, и еще одно животное. У нас была страшная война, Мася страшно зол, страшно просто недоволен событиями новыми. Да, вот он наш малыш Котейка, мы его вчера искупали. Он у нас чистенький. Воды он не боится, честно говоря, вообще. Ну, он просто впервые, мне кажется, помыл. Может, его впервые помыли, да, может, его мыли там через день, я не знаю. Но он воды вообще не боялся, он просто расслабился под струей теплой воды. И вообще не мяукал, не вырывался. Седой вышел. Вышел седой, Маша говорит. Дрожал весь. Ну, дрожал-то понятно, он замерз. Смотри, что? Лапки? Лапки там. Да, вот так лежит теперь. Мы на самом деле его спасаем постоянно от Маси, потому что Мася постоянно атакует. Вчера у нас был валидольный вечерок. Мы тут сидели, смеялись, все на диване сели, а все эти хвостатые трое все с нами, ухохотались тут над ними, как Мася вот пытался вот... атаковать. Да, не, они сначала спали, мы выпустили этого погулять. Потом они проснулись по очереди. Да. И потихонечку. Он у Левика играл часа два, потом здесь с нами бегал. В общем. Потом мы его, кстати, закрыли, ночевал он у нас в лаундре. Мы закрыли его там с туалетом, с едой, с водой, с вот этой подстилочкой на ней спал. В общем, ночь у него была абсолютно спокойная. А Мася был с нами со своим туалетом, со своей едой. Вот, поэтому все хорошо. Ночь прошла хорошо. И Мася сегодня, я смотрю, чуть-чуть поспокойней, чем вчера. Вчера это вообще просто злый день был. Саблезубый тигр просто был вчера, а не Мася. Он ходит в туалет куда надо, он нигде не нассал, нигде не насрал. Он ходит куда надо, да, кушает хорошо, пьет. Ну, потому что мы его водим. Ну, водим, и мы же закрывали его с туалетом, он туда ходил. Ну, да. Да, поэтому он знает, куда ходить, чего ходить. Он пока еще в квартире путается, потому что тут можно запутаться. И он, поэтому пока мы его направляем туда. А так вот такой вот у нас котик. Хорошенький такой, веселый. Классный котейка. Ой, да. Зеленые глаза свои откроет. Красивые. Не жизнь, а малина, да, Джокер? Папа его называет Жорик. Жорик, Жорик. И Жорик. Жорик наш. Привет, привет. Так, друзья, мы под дождем. У нас такая посылка пришла. Мы потом с Вовиком ее распакуем. Да, в эту, да. Садимся. Садитесь. И поедем. Подожди, дверь закрою сейчас. В общем, она, честно говоря, так вся размокнет. Это Тули на машину. Так, все готовы? Все сели? Все, друзья, мы едем на закупку back to school. Вся мокрая. Поехали с нами. Так, сдвинула я все-таки нашу посылку туда под козырек, а то совсем вся промокла. О, смотрите, только отъехали от дома, у нас уже дождь закончился и солнышко. Ну, солнышко и было. Вот такая вот здесь погода вне сезон. Если нет урагана, то вот так чуть-чуть пролило, ладушки, и опять солнышко. Но если идет ураган, то, конечно, все черное, все серое. Итак, друзья, мы с вами едем на закупочку в Back to School. У нас папа с Лизой уехали по делам, а мы с вами и с Машей, и с малышней оставили котейку на нашего Левика. Лева там бдит за котейкой. Собаку прогуляли, все сделали. И, в общем, у нас есть буквально час. Мы доедем, поэтому мы поедем недалеко, мы поедем до Таргета. Таргет это который возле нас большой торговый центр. Мы туда. Да. Так, друзья, мы доехали. Ехали мы тут всего ничего, поэтому минуту буквально. Это рядом с домом. За руки. Пойдемте. Я тоже. Ой, как мило. Маша говорит, я тебя люблю. Так, Маша со мной, потому что без Маши я не справлюсь. Она мне очень сильно, так, подождите, поможет. В выборе школьной всякой фигни детям. У нас есть список со школы. И он есть у Маши. Я половина не понимаю, что это в нем такое. Вообще, Маша сказала, что половина там даже и не надо. Все, по факту, если что, можно купить, это раз. А во-вторых, если чего-то нет, все в школе абсолютно выдается, все в классе. У нас Лёва говорит, даже говорит, мам, зачем ты мне вообще покупаешь что-либо там, типа точилки, типа для карандашей, что-то еще. Говорит, зачем, если я пришел там в классе, все поточил тут же. Дует, да. Так, берем тележечку. У них там же точилки какие-то на столах прям. Да, Маш, вы там точите свои карандаши бесконечные? Там электрические точилки, которые да, гораздо... Мы покупаем электрические карандаши. Пойдемте, да, зайка, пойдемте. Эти, которые выдавливают.
А это удобнее? Вечно. Алёва деревянная пишет, ему нравится деревянная, да? Да. Они там, у них это механическая вот эта фигня, которая нажимается, она все время ломается, нет? Там столько стержней, нет. А, ну ладно. Юные, будущие школьники. Смотри, Маша, тебе-то что-то надо? Нет, у меня все есть. У нас ни Лизе не надо, ни Лёве не надо, ни Маше не надо. Там толком ничего не надо, кроме байндера. Да, Маша? А листы, ручки вообще не нужны, да? Вообще ничего не надо. Карандаши? Упаковку карандашей, да? А листы точно не надо, уверена? Точно, да? Ладно, пойдемте. Итак, вот у нас здесь большая ярмарка. Ну, как большая, такая нормальная школьная ярмарка. Можно взять, знаешь, что на обратном пути, когда это... Все купим мороженку домой, да. Да, вот она, school shop this way. Вот сюда. Так, ну что, пойдемте? Маш, пойдем с самого начала? Ой, какие красивые тетради, смотрите. Мультяшные. Но они мне не нужны. Но они не нужны, как Машка говорит. Я бы, говорит, купила, конечно, но они мне не нужны. Вот в Москве бы ты оторвалась, да, Маш? Да. Они реально просто не нужны. С юникорном, с единорогом. Сколько тетрадочек красивых. Я сейчас себе еще одну какую-нибудь тетрадочку прикуплю. Только мне не надо на кольцах. Такие классные, невозможно просто. Так, есть обыкновенные самые. Как обычно, все в линейку. Никаких клеток. Ну, давай пока... Пройдем вот эти вот все тетрадочные отделы. Я сейчас себе тетрадочку какую-нибудь. Мне нужна точно тетрадочка. Вот это самые простые, самые недорогие, по 69 центов тетради. Если нужны. Нам нужны байндеры. Маш, там, по-моему, трехцветные нужны байндеры трех цветов. Три байндера? Ну, открой, я тебе список прислала. Трех цветов нужны. Это просто папочки. Байндеры — это папочки с... кольцами. Это не все байндеры. Да, тебе не разберутся с этим. Да. Дети, подождите там. Слушай, а бумага в них нужна, Маш? Да. Да. Какая бумага нужна? Там написано, какая нужна? А там написано в списке, посмотри, пожалуйста, какая бумага нужна. Может, ее размер, может, ее категория. Вот это second grade. Second не нужен, вот этот вот только для первой части. Я просто не влезла в фотку. Нет, Катя, не тебе. Смотрите, есть в клеточку. Blue green. Есть, конечно, видите, в клеточку не есть, но клеточку. Очень мало. Маш, вообще не тише. Вообще не использует. Для геометрии максимум. Лавруша, я Машу не слышу, пожалуйста, не кричи. Для геометрии, Маш, смотрите, много даже есть. Вон, видите, в клеточку. Для Маша говорит, для геометрии. А она у вас когда? Широкие. Просто вот такие вот папки, вот такие вот упаковки с листами и все, и байндеры. Туда они все это запихивают. Отдельные тетради. Вот сколько у нас было школ. У нас было 7 школ, получается, за 3 года в США. У нас было 7 школ. Сейчас пойдем. Я ни разу у детей не видела тетради. Ни в одной школе, ни в одном классе. Что, раз, что ты взяла? Что ты взяла? Бумажки? С детьми, конечно, пипец вообще закупаться. Но без вариантов, их пришлось взять с собой. Так, ой, смотрите, какие папочки красивые есть. Классные, смотрите, по всем предметам. Распихать все. Сейчас мы пойдем. Подожди, Маша все найдет, то, что вам нужно, и пойдем. Подожди. Маш, там такие веселенькие вначале были. Если выбирай себе две тетради. Иди тетрадочку выбери себе, красивую какую-нибудь. Смотри, собачка какая желтая, красивая. Хочу эту. Эту давай, эту. А еще одну? Да, сейчас вон розовая. С собачкой, да? Ну давай, давай, бери. Давай, клади. Сколько они стоят? 2,59, 2,59. Так, все, да? Катюша, есть с юникорном с твоим? Да. Хочешь? Ой, с русалками есть. Катюндра, стой. А есть с русалками. Подожди, давай выбери, нам столько не надо, Катюш. Есть радужная. Давай пошли. Какую? Катюш, давай какую-нибудь одну надо убрать. Даже две надо убрать. Это с русалкой, правильно? Катюш, давай, какую не надо? Это котик мумейт. Не надо какую. Это не надо. Даже котик мумейт. Даже котик русалочка. А, понятно все. Катюш, все, ты не нужен юникорн тебе, единорог? Не нужен, да? Так, берем, значит, собачку. Катя выбрала собачку, русалок и какую-то вот такую
радужную. Так, карандаши. Ух ты, какие классные карандаши, красивые. С резиночками, да? Так, что-то Маша нам еще несет. Это самое популярное, они во всех школах, это линейки везде. Ух они ты. Не ломаются, они у всех детей, какая в младших прелесть. Школах, старших. Да. Ой, какая прелесть. Да. Так, еще смотри. Это Маша взяла ручки, карандаши. Мама, смотри. Да, круто. Это вот такие вот карандаши, про которые Маша говорила, механические карандаши, с которыми нажимаешь сверху, и они высовывают там длинный стержень. Маша взяла две. Пойдемте посмотрим, где Маша это все берет. Мы же цены не знаем. Смотри, здесь все. Ну, смотри, вот такая линейка стоит 99. Мама, сейчас 99 центов. Ножницы. Лавруша, сейчас пойдем. Маша, там ножницы написаны какие. Да какие ножницы, какие ножницы, ножницы. Я тоже знаю, что они. Это не надо, Катя. Лавр, ёпарасы, ты я себя не слышу. Нет, берем фломастеры. Давайте. Так, нам бы воши был желательно. Так, Маша, какие-нибудь маркеры? Такие вот мы уже взяли. Крейола все нужно. Нам нужно крейола все, да. Нет, детям крейола. Она здесь есть, вон на той стороне. Розовая? Пойдем на той стороне, Маша. Посмотри, какие ножницы нужны. Так, вот она, крейола пошла. Лавруш, подожди, хорошо, подожди, пожалуйста. Фискар. Кто? Фискар, вот Фискар. А такие, ну, такой фирмы, в смысле? Вот такие вот, да, Фискар. Ага, ну, все здесь Фискар. Я думаю, будет несколько. Ну, несколько они будут дурацкие, мне кажется. Надо вот такие, мне кажется, подлиннее. Это какие-то короткие, видишь? Нет, не острые. 8 плюс, правда. Вот именно. А там, а вот 4, подожди, вот 4 плюс. Вот 4, мам. Вот, вот розовые 4 плюс. Да, на все. Слушай, ну ей уже 5, ей можно и по 8 брать. Не надо, мам, не надо. Да они вообще нифига не режут эти. Вот эти порежут, вот это вот все режут. Они все. Ну не надо, мам. 4 плюс. Не, давай двое возьмем, потому что те явно резать ничего не буду. И не розовые, чтобы и лаврику, и на будущее. Ну давай синенькие он тебе возьмем какие-нибудь. Я хочу вот этот. Хорошо, зайка. Пепл, его любимый пепл. Друзья, вот она, крейола пошла. Отлично, washable. А фломастеры, которые смываются просто водой. Так, 2,49. А это что? Маркеры? Маш, там клей был? Клей, да. По-моему, был какой-то глу. Вот тут и клей, смотри. Вот все клей, вот, пожалуйста. А какой там написано? Карандашного типа? Или вот такой вот? Слушай, я хочу вот это. И вот это, да. Иди, положи, положи. Сейчас мы Катюш, подожди, мы сейчас подожди. Найдем клей, какой нет, нужно. Клей. Сейчас, зайчик, подожди. Катюш, с детьми аж голова трещит. Глустик это когда вот глустик это... Вот нет, глустик это вот такой. Нет, еще washable glue. Это вот этот вот. Так он весь будет washable, мы же не супер клей берем. Нет, да типа. Washable, вот он. Да, вот это washable. Так, вот и этот глустик. Берем. И вот он, подожди, скул. А, нет, washable. Вот но чего, но рам. Скул, все правильно ты взяла. Окей. Ну ты знаешь, он будет нормальный за 25 центов. Может, вот такой взять? Скул, углу, washable. Давай вот этот вот возьмем вместо того. Если за $2, а это за 2. Ну да, окей. Слушай, возьмем вот. Целую? Целую. Ты же не знаю, немного это. Ну давай вот это вот. Давай вот такой. Да. В общем, крейола. Вот. Сколько там штук написано, нет? Крейола Крэнс 24 каунт. Крэнс, это вот эти. 24. Вот они. 24, 24 эти, значит, раз. Берем. Washable этих маркеров сколько? Classic. Да. 10. А ты про кого говоришь? А, тоже вот такие вот. Так, подожди, мне Лёва звонит, подожди. Что-то у нас тут дети уже завалили. Так, я еще вот такие вот карандашики возьму, обычные, это разноцветные. Что так, что-то тут пипец какой-то. Что это? А нет, это не я взяла. Это точилка. Да, а зачем, Катюш? Ну, зачем, если у нас зайка на вы в школе все это будете точить, зай, это вообще не надо. Так, Маш, вот это было что по списку, это? Оставляем. Да, сейчас мы отсюда половину вытащим. Вот такие были washable? Да. Слушай, вот таких две надо взять. Не надо. Они сейчас до школы одни ухандокают. Принеси, пожалуйста, еще одни такие. Дети, подождите, а. Сейчас пойдем за игрушками. Так, вот это не надо. Вот это вот только берем, карандаши берем. Так, а этого зачем взяли? Не washable, которые? М? Вот это не надо, Лавруш. Взяли вторую. Так, ручки Маша взяла. А это маркеры. А все, что ли? Всего три цвета?
Так, я за вами иду. Чего вы тут выбираете? А я выберу вот этот. Я хочу какую-то. Пенал, что ли, выбираете? А я хочу вот этот. Катюх, ну-ка показывай. Хорошо. Она хочет такой вот, но ой, его... прикольный. Да, но он деревянный, если впихнуть в рюкзак, не получится, знаешь? Почему? Типа, если когда что-то много будет, это будет неудобно впихивать. Вот. Это кладется, они все носят у нас в школе, это фолдер. Вот так закрепляешь, вот так вот это, и видно, куда суешь. Куда закрепляешь? Нет, не то, что видно, видно, что в нем внутри. Но она, видишь, она такой не хочет. И он можно складываться. То есть ты берешь, ну, допустим, у тебя два карандаша, ты взял, так сложил, кинул. Ты имеешь в виду в байндер складывается? Куда складывается? Не только в байндер. Это и байндер, и просто пенал. Просто пенал, это обычно. Его можно в фолдер положить, а можно это... Это вот все вот такие, да? Они, да, они все прикрепляются, ну, почти не все. Что, а такие расцветки? Есть, да, здесь так все расцветки. Может, просто взять ей обычный пенал? Это ланчбоксы, наверное, ой, уже. Это, да. А, нет, это тоже вот пеналы. Вот эти вот пеналы, вот все вот это пеналы. Видишь, все, а нравится. Может, ей такой взять тогда? Есть вон юниформ какой-то. Лавруш, если ты будешь кричать, я вообще... Понимаешь, из-за того, что он еще деревянный, если, допустим, ты хочешь клей впихнуть в кучу, он не засунется или из-за углов, или что-то такое. Поэтому... Да, она вряд ли будет что-то впихивать, мне кажется. Ну, там будет у нее, там, господи, два карандаша, да, клей. А куда вот эти вот все маркеры, вот это вот все вот. А маркеры... Маркеры, клей, ножницы. А вот тогда надо, может, сюда. Вот такой брать. Я поэтому сказала вот такой вот большой здесь. Типа, сюда все. Слушай, ну он такой, такого расцвета. Мама, я хочу просто. Фиолетовый. А это тоже пеналы такие? Это да. Да? Ланч, да. Это да, тоже, да, вот такое вот? Вот это вот для карандаша, чтобы она клала каждый раз на парту для карандаша вот это, а вот это для маркеров, глу, сизер. Давай, вот давай. А есть другого цвета? А, вот они все. Так, ну вот давай самый, может быть, какой-нибудь. О, он вообще тряпочный. Вот, да, они все одинаковые. Смотри. Ну, это клеенка, это вот ровно на два дня, мне кажется. Мне кажется, может, все-таки классный. Тогда тряпочный, правда. Может, вишенку эту дурацкую. Ну, это просто пипец вообще, что такие расцветки-то. А вот такие, а вот такой для маркеров. Маркер, мне кажется, маленький. Этот-то большой. Не, а как он маленький для маркеров, нормальный? Нет, типа для всего, для сизерс, для рулерс, для всего. Для, Маша говорит, для линейки, для ножниц. Кажется, это самое. Я в школе это все вижу, поэтому. Ну, вы постарше просто, может, поэтому. Короче, это. Ну давай. Ну, линейка все равно туда не влезет. Ну ладно, давай берем. Да, Лавр, пойдем. Лавр, иди сюда. Давай. Маш, давай быстренько тогда выберем, какие байндеры. А там по цветам, Маш. Нет, там по цветам. Green, blue. Окей. Давай. Пока есть red, цвета, blue. Вот грин я уже не вижу. А нет, вот есть грин какой-то. И какого размера она должна blue, быть? Blue, green, red. А размера? Есть blue, размер. Green. А это вот с чем просто в школах? Катя, Лаврик! Разорались. А вот так вот старшеклассники ходят просто вот с такими папками, и все, в них все абсолютно находится. Ну-ка. Так, сейчас, Лавр, подожди. А ну, размер вот там не указан? А, там обычный. Типа, и вот это ты думаешь, они потащат с собой? Нет, это нет, конечно. Это, вот такие указан. Красный, зеленый. Разделители. Вот где-то я их видела. Вот они. Угу. Такие разноцветные обычные. Вот такие прям, да? Да. Ну давай. Да, они обычные, там без. Они подойдут, Маш, подожди, если не подойдут. Подожди, они ты. Они все подходят вам. Да? Полтора одинаковые? Одного размера всегда. Они просто бывают шире. Вот, посмотри. Нет, что это? Это вообще папочки. Все, вот, берем два. Разделители. А, два. Три тогда. Подожди, просто... а сколько их там штук-то? Зачем столько разделителей-то вообще надо? Я нет, не два знаю, хватит. Это у них они там лепят вот это. Так, Маш, а помоги мне разноцветные ручки выбрать. Где здесь вообще ручки? Ручки? Да. Все, вот вроде ручки. Теперь поехали домой. Уже домой, да? Да. Хорошо, сейчас поедем. Да, в следующую ярмарку, пожалуй, я без детей поеду. В Walmart еще посмотреть. Так, Маш, найди мне, где тут ручки, как определять, ручки, не ручки. Ручка. Это, или маркеры. Лавр, подожди. Вот это карандаши вроде. А, вот это? Поехали домой, мам. Сейчас поедем. Премиум вот гель-роллер, вот они. Это паста разноцветная. Паста это что? В смысле, а, цветная паста. А вот смотри, гелевые, да, это гелевые ручки. Мне просто нужны разноцветные ручки. Это они же. Ну вот смотри, премиум гель-роллер. Гелевая ручка, короче, это.
кафе. Нет, нет, почему? Они все здесь все цветное. Вот это вот вряд ли цветное, а вот это цветное. Типа здесь написано, что это цветное. Где? Так они, по идее, все цветные. Я не знаю. Так, ладно, давай тогда я сама выберу. Маш, просто скажи мне, где ручки, а где карандаши, главное, чтобы вот я не спутала. Вот ручки, да, мне нужны разноцветные. Да подожди, ты, Лаврик. Так, вот это вот премиум гель-роллер. Вот эти вот я возьму. Что-то нет, это многовато мне. Смотри, сравни. Штук вот эти, наверное. Вот, вот столько. Вот, и вот эти вот я возьму. Ну, это слишком много их там. Плюс одна, одна бесплатная ручка. Да, пен ручки. Давай. Пилот. Вот такую вот, пожалуй, возьму ручку еще. Это они же. Нет, это не они. Ай! 8. Тут нужно потрогать. Ой, кто-то тоже, не только мы, с лялечками приходит. Ляли тоже мозг маме выносит. Пилот. Да, вот эти вот возьму. Вот тоже обычные самые ручки. Ну, блин, они такие неудобные. Да, да, поехали, поехали. Мам, это не... О. Все. Так, ага, подожди, я сейчас себе еще одну тетрадочку возьму. Друзья, дошла до вот таких вот органайзеров, все по 3 доллара, всех цветов. А, ну, вот эту ванну, наверное, не надо, хотя мне вот такая ванна нужна для других несколько целей. Не детям. Так, а детям я хочу взять какую-нибудь вот такую вот для карандашиков. Да, давай вот такую желтую возьмем, да, наверное? Да, желтую. Желтую или красную, или пепл твою любимую? Так, посмотрите, видите, одна. А пепл все равно нету. Все, сори. Айскрим сейчас будет. Что? Чтобы айскрим будет. Айскрим? Да. Так, подожди, дойдем до айскрим. Так, вот такую вот штуку сейчас возьмем. Айскрим. Чтобы айскрим. Нет, нет, это для карандашей. Пришли ко мне. Да я ванночку ищу. Мне нужна вот такая. Вот это вот я взяла для всяких карандашей фломастеров. Им будет домой. Неудобно. Почему неудобно? Она быстро испачкается, она слишком короткая. Так ну, просто крайонки вот эти, ну, видите. Нормально еще на стол поставить. И мне нужна. Красную возьму. Была... На желтый все будет видно. Думаешь, есть только синие. А, нет, есть красная. Фиолетовая. Ну, давай красную возьмем. Давай красную. Просто хотела, чтобы не мальчика, не девочка, а просто что-то нейтральное. Ну, красное. Ну, красное. Сейчас едем домой. Подожди, я возьму еще вот такую вот ванну. Мне нужна вот такая вот. А мне в клозет нужно всякие там провода, всякую хрень, короче, складывать. Такой вот тазик для всякой фигни в клозет. Вот они, видите, как удобно сделаны. Одна сторона выше, другая ниже. Чтобы вот так доставать из клозета, выдвигать и все видеть. Да лавр, господи. Почему? Неудобно? Ты, во-первых, когда их выпрямляешь, чтобы они это, ты их выпрямляешь, и потом ты не сможешь, они будут себя вот так, ты не сможешь их закрыть, если им будет это. Это очень неудобный материал. Лучше я тогда с кольцами возьму, наверное. Нет, ты можешь взять вот это вот бумага, вот это вот удобно, вот это бумага. Ну, я просто такую не хочу. Да сейчас поедем домой. Полно-полно, вот это тоже все бумага, вот это бумага. Просто вот этот материал не трогай. Угу. Везде. А, не нужны, да? Я думаю, это не нужно. А почему только такие цвета? А есть еще какие-то цвета? Там всего 3 цвета. Нет, вот такие используют, потому что синий будет не видно, текст или что-то вот это зеленый. А, вон в чем проблема. Понятно. А я думаю, почему нет зеленого, синего? Потому что их не видно будет текст. А зачем? Да, я посмотрю, что это. Господи, что здесь делать? Сейчас все это на помойку у нас полетит. Это нужно резать. Удачи. Там уже, наверное, там нарезано. Подожди, вот это все вырезать, клеить и наряжаешь. Только не вырезать. Там нитки вообще, это не бумага. Это Лавруша, это не то. Пойдемте другие игрушки. Пойдем, пошли в игрушки. Игрушка. Пошли в игрушки. Пойдем. Потому что творчество у нее точно не будет с вами заниматься. Пойдем. Да, подожди, сейчас я вот отсюда посмотрю. Мне какая-нибудь такая небольшая нужна. Да пойдем. Ух ты. Я помню, еще в моем детстве такие мама, были. Дай. Слушай, мама, мне вот, вот примерно такого формата нужна, но вот без этих блестяшек дурацких. Это не в тетрадях ты должна искать. Ой, сколько здесь этих. Мам, я беру такую. Они все с этими блестяшками, все вот с этими штуками, дрюками. Вот мне бы вот без этой вот штуки, вот 12,99, но без... Я знаю, где можно поставить блокнот. Где, Маш? Мне вот чтобы без всякой вот этой вот детской фигни. Там, где открытки. Там школьное все. А мы туда уже не дойдем, наверное. Слайм, мам, где слайм? Может, здесь, Маш?
Слайм там, да. Да, да, они так все вот такие вот. Что-нибудь видишь, там. Слайм. Да вижу точно слайм, блин. Да, зайка. Прикольно. Калькулятор, говорю. Вот они. Вот они, калькуляторы. Большие какие-то. А ты на телефоне не считаешь, зачем отдельно покупать калькулятор? Да, но просто калькулятор, вот это мой, это в школе мой. А зачем, если на телефоне все есть? На телефоне неудобно, нужен калькулятор, который... Ну, надо, бери, Маш. Я просто не знаю, зачем, но бери. На математике, если что, вытащит. Ну, бери, Маш. Не надо? Ланч, смотрите, ланч эти. Для всяких закусочек, снеков, ланчбоксы. Там внутри разделено все, можно ягодку. Вот такие прикольно, очень удобно открывается. Это термосы с собой пить водичку. Она сохраняет, понятное дело, температуру. Если, допустим, ребенок пьет что-то теплое или, как мы, только ледяное. О, это пенал? Но он очень быстрый. А, он резиновый, он, да? Очень быстрый. Умрет у вас. Это все резиновое, наверное. Нет. Не все. Эй, может, я и вот такой тогда, Маш. Смотри, вот он вместо того дурацкого цвета вот такой. Это гораздо дурацкий. Ну, для Кати. Маш, смотри, есть. Вместо это Маш, я вместо купил. Того. Это кого? Мне. Стой, туда посмотри. Это мне. Это зачем мне. Тебе этот пудель? А! Лаврушка, подними. А зачем тебе этот пудель-то? Пудель. Давай, Лаврушка, мне вот этот пудель нашел. А зачем тебе вот это? Это маме надо. Тебе такая вообще не нужна. Ты маме взяла? Мне нужна. Я пудель, дай вот это. Дай, пожалуйста, мне, я посмотрю. Пойдем. Мам, светится! Пошли игрушки смотреть, лучше светится. Слушайте, а это она не прольется, у меня не порвется, не прольется. Что это за... Капец просто. Листочки нормальные. Мне, в принципе, вот такая нужна тетрадка, но без вот этой вот детской фигни. Ладно, пока такую возьму. Сейчас Маша говорит, знает, где лежат такие блокноты. Как так, все, дети взяли путем Катя? Страшных скандалов, взяли 4 шарика лол. И я беру вот этот, потому что у него снимается эта обложка и просто превращается, превращается. А мне нужно просто. И Лаврик без слайма сказал, не уйдет отсюда. Молчи. Крикло ты наш. Смотрят. Пойдем, пойдем. Все, разноцветный мой разрисованный мальчик. Пойдем. Пойдем, слайм твой. Покажи хоть слайм-то какой. Истеричка. Давай покажем. Давай покажем, что за слайм. Какой-то лавандовый слайм. И главное, что он весь там в каких-то штуках. Да, это такое слайм. Да, слайм тебе. Все, пошлите отсюда. Маш, собаку надо гулять уже и кормить. Мне нужны стаканчики. У меня вот эти стаканчики все Милка жрет. У нас вот таких много, самая удобная вещь. Мы вообще только из них теперь едим. Это очень удобно. Мне нужны просто, Маш, стаканчики. Вот таких цветов, блин. По 50 центов. Вот такие вот, наверное, возьму. 3 штучки. Да, вот такие вот 3 штучки. Ну и тоже вот в тему школы, очень удобные бутылки с собой в школу, но мы уже купили. Все, пойдем. Кать, что ты взяла? Я готовлю. Готовишь, пошли дома готовить. Так, а вот Маша говорит всякие блокноты. Здесь а тоже пока все на кольцах. Сейчас, подождите. Мы только что вышли с игрушек, это вот опять они же. Катя, они в коляске у Маши. В тележке, да, не переживай. Катя потеряла. Ну вот тоже вот они только на кольцах. Зеленый. Подожди, а размер, Маш? Почему это в школьной ярмарке? Это больше, потому что... А, это а для вот постарше. Меньше есть, вот. Нет, смотрите по размеру. Ярко-зеленый, синий. Других цветов, да? И какой все, еще? Да. А еще какой? Красный там. Красный? Подожди, возьми красный. А чтобы они были одинаковые совсем. Поехали. Ярмарка здесь такая уже, ну, не совсем школьная, да, это вечная ярмарка. Вечная, она всегда здесь есть, да. Здесь нам ничего не надо, да, мы все, в принципе, взяли, Маш. Здесь, в принципе, все то же самое. Так, а вот, Маш, смотри, есть эти маркеры всех цветов. Смотри, Маш. Просто не видно будет, да. Так, если что-то пометить.
А вот такие вот. А, вон тоже там много. Для доски. Угу. Ну, тоже вот много. Ой, Маш, пожалуйста, подними. Как? Это что, это ручки? Вот вроде обычные ручки. Маш, вот это же ручки, да? Это у нас такие же, ты такую же фирму взяла. Да? Ну-ка, да. Пойдем-ка проверим. Пожалуйста. Они же, я такие же взяла? Та же самая фирма. Просто я поменьше взяла или та что? Та же самая фирма. А, я взяла, ну фирма пусть та же самая, просто ручки, не ручки. Одинаковые, думаешь? Здесь только одна ручка отличается и все. Абсолютно одинаковые. Премиум гель, они реально одинаковые. Да. Ну давай тогда вот эту. Вот уберем тогда. Есть вот такие вот маркеры. Вот для меня они более понятные. Вот такие. Ну, мы такими, по крайней мере, пользовались. Есть вот такие вот с голубым. О, мам, дизайка, я вот это всю макай. Что? А это юникорн. Мам, это клей-слайм. Клей, да. Что ты взял, Лавр? У тебя что это такое в руке желтое? Это зязючая. С днем рождения? Да. Положи этот лимон на место. Появилось. А, чтобы конфеты сыпались, пиньета? Вот это все отдел для красок. Это все красит. Для творческого творчества. Купаешь, красишь. Вот это все отдельные штуки, которые клеишь, цепляешь. Здесь все блески разные, которые хочешь, выбираешь. Здесь все для творчества. Цвет, каждая краска, каждое название краски, каждая кисточка. Это так для фанатов уже, да, такого творчества? Да, вот классно. Угу. Ладно, нам вроде тут ничего не надо. У нас особо творческих личностей нет, слава тебе, Господи. Ну ладно, ладно. Маша у нас творческий. Пойдемте. Мы уже все взяли. Маш, видела, какой альбом интересный? Я иду. Угу. Ладно, все, пойдемте. Дети, пошли отсюда уже наконец. Маша такая везет. Колесница наша. Катя, пожалуйста, положи, что это вообще? Мы же мороженое собирались здесь. Да, будем брать? Пойдемте. Пойдем за мороженым? За огромное мороженое, которое вечно будет храниться. Ой, сори. Я могу не... За морозением, где? Катя встала там. Да я знаю, что не туда у нас кончились все конфеты. Пойдем, побежали за мороженым, Лаврош. Катюндра. Удобненько, да? Выбираем, Катюш, выбираем мороженку. Ну вот это самое вкусное, может его тогда? Ну давай. Лаврушу главное, чтобы пепел был, это фиолетовый. Что пепел, не важно. Лишь бы просто было пепел. Ты шутишь, да, его же никто не будет. Это Блэкбери. Нет, Зай, нет. Ладно, нет. Так, ну что, давай желтое тогда берем, Маш. Давайте, вон, напополам. Такое же шикарное. Ну, конечно, пока одно, Маш. У меня в морозилке места не хватит на два. И его это впихнуть. Все, Маш. У тебя пёрпл слайм. Вот у тебя сплошной пёрпл. Так, все, друзья, мы на кассе. Погнали. Так, друзья, итак, наша пулеметная лента у нас все вместе получилось. Насос $174, $11 налог и всего $186.37. Зайка, пойдем уже наконец отсюда. Жара такая, а Маша в кофте. Ну, в кофте, потому что во всех торговых центрах, супермаркетах очень холодно. Так, все? Все, все, наша закупочка, поехали. Мороженое наше ставит. Но нам ехать одну минутку. Вот, вон, вон. Все, друзья, погнали. Ты горячий. Ты горячий? Да. Кто горячий? Воздух? Машина. А уже холодный идет все. Машина горячая, да. Правильно, да. Лавруша? Да, включу. Все? Включайте себе. Все, все, да. Ладно, поехали. Милочка там сносит все. На пути. Ты моя девочка, да? Да. Она так лечит. Ой, привет, привет. Просто. Ой, радости-то сколько у собаки, да, а. Да, как будто полжизни нас не видела. Ну, разуваемся, поднимаемся. Пойдемте сейчас все покажем, все, что мы купили, уже поподробнее. Ой, ой.
Маша, она кушать хочет, ее кормить надо. Ой, тихо, 2 часа.